Приветствую всех на своем канале, меня зовут Андрей Лоскович, компания Гарант Ремонт. И сегодня мы расскажем о очень красивом проекте, где все работы мы выполняли под ключ. Это у нас ванная комната в частном доме. Изначально до начала работы здесь было все по-другому, стояла у нас гидромассажная ванная. Но заказчики данного дома пожелали так, чтобы у них в ванной комнате была и полноценная ванная, и душевая кабина. Поехали обо всем по порядку. Итак, друзья, изначально у нас гидромассажная стояла в этом месте, но небольшая перепланировка, и основную прямоугольную ванну мы разместили при входе. Вот. И дальше у нас расположилась полноценная душевая кабина, где перегородку мы возвели из блоков, облицевали ее такой вот рельефной плиткой, мы немножко попозже покажем крупным планом. Вот. И полноценная наша душевая кабина, где можно свободно, скажем так, расположиться и помыться. Что примечательно в данной душевой кабине, то, что по желанию было сделать там небольшую полку, скажем так, можно ее использовать как место для сидения. Либо там, не знаю, там поставить ноги помыть, там, и так далее, кому будет неудобно. Иногда мы в наших ремонтах делаем такие вещи. Вот, еще один ремонт, и такую вещь мы реализовали. Итак, наша ванна у нас из акрила. Экран, как обычно, мы зашиваем плиткой. Одну плиточку мы делаем, как всегда, ревизию под ванной, для того, что если вдруг сифон забьется, можно было его легко прочистить, либо поменять. Вот. На набор ванны у нас смеситель наружного монтажа с небольшой лейкой. И вот здесь заказчик пожелал переделать вот такую вот ручку для удобства, скажем так, ну, вставания, поднимания, держания, находясь в ванне. Потому что в ванне, на самом деле, бывает иногда очень скользко. На задней стенке при входе мы расположили полотенцесушитель. Потолки у нас гипсокартон, покрашены водостойкой краской. Точное освещение включается у нас освещением в две линии. Кстати, сними освещение. Подключаем. Да, еще раз. Снял ее. Угу. Как я уже и говорил, вот наша полка, на которой можно комфортно присесть, включить душ и, так сказать, сидя на ней, мыться, умываться, проводить какие-то там процедуры. На самом деле, в такой большой душевой это очень удобно. Точно так же можно ее использовать по другому назначению. Можно поставить ноги, к примеру, и свободно помыться. Пожелание у заказчика было, чтобы душевая кабина была, ну, большая. Вот. Я думаю, у нас это получилось, потому что все-таки я как, сам по себе не очень мелкий, но таких, как я, наверное, еще два человека ставят. На самом деле очень удобно, поскольку ванная комната у нас очень большая, и почему бы не сделать в ней такую же большую душевую кабину. Стойка у нас душевая наружного монтажа, тропический душ и небольшая лейка, чтобы можно было как-то смыться. Видим, у нас два вентканала, вентиляция обычная, автономная, то есть не принудительная, не электрическая. Было принято решение расположить именно так. Плитка у нас в душевой, как я говорил, рельефная, располагается у нас вертикально. Если по всей ванне у нас идет горизонтальное расположение, то именно в душевой был сделан акцент на вертикальное расположение плитки. Трап в данной душевой кабине решили мы не заморачиваться. Не покупали мы длинный какой-то с вставкой для плитки. Купили обычный квадратного типа, сделали разуклон к нему и разместили его практически в углу под нашей полкой. По самой душевой кабине, по полу, разуклон у нас сделан, но ситуация обстоит так, что пропускная способность данного трапа, она не справляется, скажем так, немного, то есть когда обильная пена присутствует, есть эффект накопления у нас воды, и вообще изначально нужно делать все-таки такой вот бортик для отсечения этой вот пены. В данной ситуации вышли, расположив здесь небольшой такой стеклянный порожек. Он проблему частично решил.
Но на будущее, на заметку, берите, что все-таки лучше сделать какой-то небольшой борт. Для того, чтобы эта вот пена, она не выходила у нас наружу. Друзья, наша душевая кабина, она немножко неправильной формы, скажем так. То есть идет прямой участок и заужение в сторону ванной. На данном участке мы расположили дверь. Кстати, все вот это стекло было изготовлено под заказ. Вот, то есть это не готовое решение, а индивидуальный проект. Окно у нас, оно здесь у нас в ванной комнате одно. Откосы все на облицованные плитки. Шторы день и ночь расположены. И переходим к части умывальника. Столешница у нас из натурального камня. Мойка у нас располагается под самой столешницей. Подвесные шкафы. По желанию заказчиков было такое, что у нас основная полка присутствует. И по бокам две у нас вот такие вот корзины. В одну можно складывать грязное белье, во вторую, допустим, можно складывать белье, которое дожидается у нас глажки. Естественно, над умывальником у нас располагается зеркало. Зеркало у нас с центральной подсветкой. Очень удобно. Можно прийти, не включая основной свет, включить только подсветку. Все смесители в данном проекте у нас качественные от фирмы Grohe. Кстати, фасады у нас все крашеные. Вот, то есть нету ни одного ламинированного остатка элемента. Все у нас крашеное. Также располагается у нас в углу шкаф. Большой, комфортабельный для того, чтобы хранить какие-то вещи. Шкаф у нас имеет глубину на всю столешницу. Очень удобно, так как много места не бывает. И видим, под основной столешницей у нас располагается наша стиральная машина. Все коммуникации у нас скрываются под столешницей в стене. Итак, друзья, в данном проекте у нас присутствует теплый пол. И изначально, когда мы делали демонтаж, мы сняли всю стяжку и уложили новый контур теплого пола. Естественно, потом залили стяжку, сделали полную гидроизоляцию и уложили наше напольное покрытие керамогранит. Керамогранит у нас в цвет плитки основной, которая идет по ванной. Друзья, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, вам было интересно данный видеообзор. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, а мы и дальше будем снимать для вас еще больше красивой и интересной информации. Всем пока!